Приветствую. Это Сэпиент и суровая индустриализация с пятым Грэгтеком. В прошлой серии мы, в общем-то, запустили линию по производству топлива для фузионки. Ну, а в этой, я надеюсь, подойдем к ней как никогда близко. Но для начала, как обычно, небольшой обзор изменений. Первое изменение касается некоторых изменений в модах. В частности, обновился Грэгтек до версии 5.08.30, и в ней внесено как минимум парочка очень полезных исправлений. Во-первых, снова заработал пэкеджер на схематике 3x3, умеющий собирать наггеты в слитки. Теперь больше не нужно делать этого руками. Во-вторых, если у вас используются процессинг-арреи для каких-либо рецептов, результат которых не гарантирован, то есть, в частности, например, центрифьюжинг редких земель, мы получаем продукцию с некоторым шансом, не стопроцентно. В общем, в предыдущей версии такого рода рецепты в процессинг арреях приводили к тому, что output бас забивался фантомными предметами, и, соответственно, все прочие ресурсы, которые не помещались, уничтожались. Поэтому, если пользовались, обязательно обновите гречку. Ну и еще произошла целая куча всяких разных, в смысле, в этой версии куча всяких разных дополнительных полезных изменений и багофиксов, о которых подробнее вы сможете прочитать на форуме. Из-за одного звукового глюка пришлось сделать даунгрейд версии Extra Utilities до предыдущей. Что-то там 5 на конце, кажется. Ну и, в общем-то, в основном все. Далее, как показал эксперимент, процессинг array, перерабатывающий воду на кислород и водород, ну и в принципе, любой процессинг array вполне адекватно работает, имея два output хэтча. Соответственно, распределяя всю свою готовую продукцию по ним пропорционально наличию у них свободного места. Таким образом, мне удалось заменить 4 output хэтча на 64 ведра 8 output хэтчами по 32, которые, соответственно, гораздо проще и дешевле в крафте. Тут нужна всего лишь титан. Ну, это гораздо лучше, чем иридий, согласитесь. Плюс ко всему, еще вот одно из полезных изменений гречки. Теперь в тултипах к хэтчам указан объем в литрах внутреннего буфера, который, собственно говоря, в них содержится. И input хэтчи я тоже сделал тиром слегонца поменьше, с тем, чтобы освободить, то есть, скажем так, получить обратно из них хром, потому что он был очень нужен, и сейчас в них влезает ровно по 48 ведер. Ну, в общем-то, для рецепта этого достаточно. Еще один момент, спасибо за совет одному из зрителей. Очень удобный, дешевый и быстрый способ извлечения жидкости из капсул – это отдельным блоком стоящий input hatch. Ведь любая капсула с жидкостью, помещаемая в in-слот, отправляется вниз, а жидкость оказывается во внутреннем танке. Таким образом, если подавать в него полные капсулы, извлекать из него капсулы пустые и извлекать из него всю жидкость, то мы получаем замкнутый цикл обращения капсул вот во всей этой линии, что неплохо. То есть сейчас их ровно по стеку в каждом input басе, и еще 8 штук, ну так, на всякий случай, лежащие здесь. Соответственно, теперь их не прибавлять, не убавлять более не требуется. Еще один момент, касающийся разводки труб и жидкостей. Первая версия разводки оказалась не совсем удачной. В том плане, что мне было невозможно приостановить производство трития и дейтерия одновременно. Потому что из тех центрифуг, которые производили дейтерий, он благополучно отправлялся в те, которые производили тритий, вместо того, чтобы отправляться в танк и так далее. Поэтому разводку пришлось немного поменять. Значит, вот эти вот два процессинг аррея производят дейтерий, который отправляется в МЕшку. А следующие четыре
Тут, как видите, вот одной отдельной трубой все аутпуты соединены с инпутами вот этого вот пятого и шестого последних двух процессинг array, которые производит третий. Таким образом, вот, ну там как раз же курс конвертации Deuterium в третий 4 к 1. Так, нет, это плазма, мне нужен просто третий, просто в центрифуге. Вот, 16 миллибакетов дейтерия превращаются в 4 миллибакета трития. Соответственно, 8 процессинг арреев, производящие дейтерий, как раз кормят этим дейтерием 2 процессинг аррея, производящих тритий. Ну и уже из него готовая продукция тритий в обход вот этих вот труб идет и попадает в систему. При таком раскладе она оказалась достаточно чуткой. И вот посмотрите, насколько близки количества дейтерия и трития, которые были произведены. Здесь 2517, тут 2540. Ну, то есть до третьего знака, в общем-то, точнее, ну, только в третьем знаке есть какие-либо различия. Водозабор для всей этой установки пришлось заметно расширить. Теперь воду производят 8 резервуаров из Ender и O, вычерпывают оттуда, соответственно, 2 Fluid Import шины с Acceleration карточками. И вот в сумме эта установка, ее производительность и... ну не мощность, производительность заметно превышает, ну или, по крайней мере, точно достаточно и, скорее всего, превышает скорость, с которой ест воду вот эта вот линия переработки. У меня образовалось достаточно большое количество плутония, которое, в общем-то, лежало без дела. Строить дополнительный МОКС реактор я как-то не планировал, а у этих и так запас топлива приличный, плюс он не убывает. В общем, я бахнул второй слой РТГшек. И теперь вся эта установка содержит 24 генератора и производит чуть меньше 800 юзатик в сумме. Ну, в общем-то, достаточно неплохо, даже в сравнении с ядерным реактором. Правда, железо и плутония на нее ушло на порядок. Плутония и на 2 порядка, а то и не на 3 больше железа. Зато у этого реактора время работы что-то типа 2.40 на одном комплекте стержней, а у этого не лимитируется. И плюс чуть-чуть поменял компоновку. Вот эти трансформаторы, они должны были стоять вот здесь снизу и сверху, я их поставил слева и справа. И это мне позволило без изменения количества трансформаторов добавить сюда вот еще по одному генератору. Таким образом, на каждый трансформатор приходится по 3 генератора. Сюда, соответственно, 3 вот так вот, а к этим получается раз, ну вот сверху это хорошо видно, вот так вот 3, 1, 2, 3. Соответственно, здесь сейчас в этой установке в сумме 24 генератора. Технически можно было бы сверху бахнуть 25 для просто ровного числа круглого, но я решил не заморачиваться. Ну что ж, и давайте, пожалуй, уже переходить непосредственно к самой фузионке. Из чего она состоит? Из своего контроллера, компьютера фузионного, но вот конкретно его... И мы займемся несколько позже, а может быть и прилично позже. Соответственно, сердечника из суперпроводниковых coils, катушек, например, из катушки суперпроводников, окруженных LUV-кейсингами. И это как раз и составляет наибольшую часть блоков, а соответственно и сложности с фузионкой. Давайте посмотрим, из чего у нас делаются сверхпроводниковая катушка. Вот она, Superconducting Coil Block. Делается она из сверхпроводниковых проводочков. Причем на каждую из них нужно 8 сдвоенных, то есть в сумме 16 проводков. Провода же эти делаются, в свою очередь, несколькими способами. Рецептов всего 4. Отличаются они, с одной стороны, тем, что для них, то есть для всех рецептов, в основе лежат провода на 32 кВ. Необититановые, ванадий-галлиевые, иттрий-бариевые и из нагводаха. Соответственно, какие из них использовать, ну, исключительно, как бы, ваш выбор, зависит от того, какие ресурсы есть в наличии.
Единственное еще различие между парой вот этих рецептов и парой вот этих в том, что здесь в качестве жидкости нам необходим только лишь азот. Ну, жидкости, газа, неважно. А вот здесь азот плюс гелий. Ну, опять же, зависит от того, чего у вас есть в достатке или что из этого можно спокойно произвести. Ну и тут, кстати, еще, соответственно, тоненькие трубки из вольфрамовой стали. Значит, давайте начнем с выбора сердечника. В принципе, ванадий-галлиевые провода у меня и так, ну, есть, у меня сеть ими проложена и так далее, и можно было бы сделать из них же, но, как выяснилось, вот этот вот сплав иттрибариевый купрат, то бишь сплав иттрия, бария и меди, если посмотреть его способ его получения, так, где-нибудь вот в доменной печке, а пылька получается вот, смотрите, каким образом. 1/6 иттрия, 2/6 или 1/3 бария и половина меди. С медью проблем никаких. Иттрия у меня какое-то-то количество все же есть, потому что редстоуна я поцентрифужил приличное количество. Очень приличное. Во-первых, рубины из него, во-вторых, ртуть из него и все такое. Барий, как оказалось, вполне себе есть у меня парочка разведанных жил этого дела. И поэтому, в общем-то, накопать бария там сколько-то, сколько нужно, оказалось совершенно не проблемой. Поэтому и трибариевый купрат я себе вполне спокойно смог позволить. Ну, соответственно, там он пожарился, все такое. Смотрим дальше. Дальше, соответственно, ну, понятно, очень много электромоторчиков. Вроде бы, ну, то есть каждый из них простой, но по сути это же нужна пара моторчиков на каждую единичку, каждую жилку вот этого кабеля. А его нам нужно по 16 на каждый блок. А блоков нужно полстека. То есть в сумме сердечник фузионки это полстека блоков. Вся оплетка для него в сумме это 2 стека блоков. Ну вот, соответственно. Ну и азот. Азот, по идее, вокруг нас, везде. Собственно, воздух на 78% состоит из азота. Поэтому было бы логично, если бы был достаточно простой способ получения этого самого азота из воздуха. В предыдущей версии Грегтека, в принципе, то есть не 5-го, а там 4-го или 3-го, такой способ был. Вот конкретно в моей сборке почему-то его не было. Возможно, где-то какой-то с чем-то глюк. Но я подсмотрел, как именно делается он из воздуха в сборке Infitech и добавил себе сходный рецепт. Технология достаточно проста. Мы берем воздух. Так. Где этот рецепт? Вот он. Сжатый воздух. Сжатый воздух мы получаем при помощи обычного компрессора. Причем это рецепт вообще Industrial Craft. То есть берем в компрессор, запихиваем пустую капсулу, получаем капсулу сжатого воздуха. Далее этот самый сжатый воздух при помощи каннера из капсулы выливаем в, ну, как бы в жидкой форме. И отправляем его в дистиллятор. И в дистилляторе у нас есть из него два рецепта, в зависимости от настройки вот этого сёркета. Мы либо получаем азот, причем, смотрите, 50 в 39. То есть, если помножить на 2, то 100 на 78. Как раз те самые 78%, которых и действительно азота в воздухе. Ну и второй рецепт, это мы из него же извлекаем кислород. Из 121 тоже все соответствует. Соответственно, получение азота рецепт низковольтовый, получение кислорода рецепт средневольтовый. Ну, для кислорода у нас есть куча гораздо более простых способов. А вот простой способ для азота был достаточно так, сильно востребован. И вот таким образом его можно произвести. Скорость очень невелика.
За 4 секунды мы получаем всего лишь 39 миллибайтов, а нужно его было достаточно много, но, тем не менее, скажем так, спустя определенное время этого самого азота накопилось сколько нужно. Если сюда глянуть, то у меня еще даже какой-то запас, вон 96 ведер, например, есть. Ну и машинерия, которая за все это дело отвечает, на самом деле достаточно проста. Так, где она только? Значит, вот компрессор, среди рецептов которого есть производство сжатого воздуха. Ну и давайте закажем немножко. Ну, допустим, не знаю, десяток. Собственно, процесс пошел. Где-то там есть автоматическое извлечение воздуха из капсул. И вот дистиллятор, в который настроена автоматическая подача этого самого воздуха. Ну, потому что сам по себе воздух мне не нужен, и поэтому весь он перерабатывается в, соответственно, азот, в моем случае. Вот. Неторопливо, но зато неотвратимо. Вот. И таким образом у нас есть все компоненты для производства сверхпроводников. Еще, кстати, момент один я забыл упомянуть. В качестве проводов и трибариевый купрат использовать гораздо менее выгодно, чем ванадий галлиевый. Потому что у трибария у проводов потери по 8 ампер на блок на вольт, у кабелей, соответственно, по 4. А у ванадий галлиевых по 4 у провода и по 2 у кабеля. То есть, собственно, вдвое меньше. Поэтому ванадий галлий лучше на провода, а вот и трибарий на сверхпроводник самое то, его свойства никак не зависят от того, какой провод мы использовали в основе. Ну и МЕшка, разумеется, уже обучена всем необходимым рецептам. Давайте посмотрим, сколько всего нужно для того, чтобы собрать 32 блока сверхпроводниковых катушек. Весь сердечник, необходимый для фузионки. Я очень надеюсь, что Майныч сумеет это дело правильно прочитать и не грохнется. Что уже случалось и походу на этот раз тоже случилось. Поэтому мой вам совет: не пытайтесь заказывать сверхпроводниковые катушки по 32 штуки разом. А перед вами ресурсы, необходимые для того, чтобы скрафтить 8 из них. То есть, 1/4 часть от необходимого. 350 где-то меди, почти полтинник вольфрамовой стали, стек и трибариевого купрата, ну там пару сотен железа, 300 резины, 500 олова. И это все, напоминаю, четверть необходимого. То бишь, все цифры нужно умножать на 4. В общем целом, также весьма требовательная по ресурсам компонент фузионки, который, опять-таки, так или иначе, а по-любому сделать было необходимо. Ну, у меня, к счастью, они уже готовы. Следующий пункт, который, собственно говоря, у нас присутствует. LUV-кейсинги. Казалось бы, подумаешь, LUV-кейсинги и чё? А вот чё. Так, LUV-кейсинг. Ага, 2 стека, помните же, да? То есть 128, ну, 120 на самом деле штук. А на них нужно ни много ни мало... почти 1000 хрома. 1000 хрома. Вот именно сюда мне потребовался хром из тех самых хэчей с линии переработки. Прогрузись, кстати говоря, пожалуйста, а то как-то вот странно пребывать в звездном нигде, находясь при этом все-таки в техноканьоне. А я выкопал полностью все разведанные жилы редстоуна. А это что-то около, по-моему, 5 или 6 штук. Каждая жила же редстоуна содержит какое-то количество рубинов, которые, в свою очередь, могут быть отцентрифужены. Так, куда я бегу? Я не туда бегу. Из которых, собственно говоря, получается хром. Основной источник хрома — рубины.
Ну и плюс еще некоторый источник рубинов, сам редстоун. Его же тоже можно поцентрифужить. Так, вот он редстоун. Если отправить его в центрифугу, если мы еще найдем этот рецепт среди огромной кучи. Угу. Вот он, вот он, вот он, вот он. Где-то 1/10 от редстоуна это рубиновая пыль. И, соответственно, от рубиновой пыли 1/6 это хром. То есть где-то 1/60 часть редстоуна превращается в хром. Ну или содержит в себе редстоун 1/60 часть хрома. Я даже поставил обратно 2-киловольтный свой сканер и просканировал хром в Data Orb, подумав, ну, как бы предположив, что его же можно получать в том числе и из UU материи матерфабрикатором. Соответственно, вот у меня Data Orb с хромом. Я возобновил производство скрепа на всякий случай, ну, потому что UU материи у меня было не так уж и много, и ее хватило там, дай бог, если бы на 150 хрома, а нужна была 1000 в сумме. Соответственно, они благополучно работают на кобблстоун-нуках, а молекулярные ассемблеры, снабженные некоторым количеством acceleration карточек, в легкую справляются с подкрафтом этого дела. Если так вот присмотреться, то, собственно говоря, кобла потихонечку убывает, но так, не спеша. Не спеша. Но, правда, ее материя прибавляется очень не спеша. Но зато, в общем-то, процесс так или иначе происходит. По-хорошему, нужно было его запустить еще очень-очень-очень давно и никогда не отключать. Ну да ладно. В общем, тем не менее, вот это количество хрома, чуть, ну что-то порядка чуть меньше, чем 250 штук, это все, что осталось после того, как я собрал необходимые 120 LUV машин кейсингов. Ну и суперкондактинг койлы, разумеется, тоже. Почему 120, а не 128? Ну давайте считать. Сам контроллер фузионки, минус один блок. Два input хэча и один output хэч. Это еще минус 3. Соответственно, в сумме 4. И плюс еще 4 energy хэча. Почему 4? Обратите внимание на тултип. Каждый energy хэч для фузионки Tier 1 увеличивает емкость внутреннего аккумулятора или внутреннего буфера фузионки на 10 миллионов EU. Для запуска реакции с дейтерия с тритием необходимо 40 миллионов EU, соответственно, и 4 energy хэча. То бишь, в сумме 8 блоков из оплетки фузионки будет состоять не из корпусов, а из всяких разных интерфейсных компонентов. Ну, собственно, вот они. Energy хэчи, input хэчи и output хэчи. Таким образом, сейчас у нас уже все, кроме самого компьютера, контроллера для фузионки есть, и наконец-то можно превращать тир 0 фузионку из песка и земли в вполне себе тир 1 из уже валидных материалов. Значит, сначала снимаем все лишнее, оставляем себе только подложку и устанавливаем саму сверхпроводниковую катушку. Старайтесь желательно не промахиваться. Так, это блоки греговские, соответственно, снимать их нужно ключом. Ключ, кстати говоря, потихоньку все-таки получает урон, его прочность уменьшается, но я подозреваю, что его таки все еще хватит до конца игры. Так вот. Ну а после окружаем эту самую сердцевину фузионки со всех сторон машин-кейсингами. Соответственно, со всех четырех сторон. Вот как-то так. Соответственно, осталось у нас незакрытыми 8 блоков. Ну, как раз те самые 8, которые на самом деле должны быть интерфейсными. Далее, на самом деле, хорошо бы свериться с Вики, чтобы понять, где именно можно размещать интерфейсные блоки каждого типа. Компьютеры я помню, они должны быть вот где-то, по-моему, здесь.
по центру. А вот все остальное сейчас посмотрим. Ну и смотреть будем, разумеется, официальную Википедию, ФТБшную по гречке. В частности, все, что касается фузионки. Итак, это насчет самой конструкции, а вот расположение. Значит, это возможные места расположения компьютера, как я и говорил, по центру изнутри. А вот возможные места расположения input хэтчей, то есть верхнее кольцо по уголочкам. А возможное расположение output хэтчей, фактически слева-справа от компьютера. И energy хэтчи, вот по диагональкам, по 4 штуки, соответственно, в среднем слое каждое. Что ж, давайте расставлять. Значит, здесь вот у меня будет компьютер. Здесь вот будут input хэтчи. Две штуки, соответственно. Вот я их сразу ставлю. Ну, в какую сторону повернуть, будет понятно, когда я подведу сюда прочие коммуникации. Output будет рядышком с компьютером вот здесь. Ну и 4 energy хэтча у нас, соответственно, будут... Вот, может быть, 2 здесь, например. А может и все 4 где-нибудь здесь. Собственно, 2 провода вытаскивать придется, да? Да нет, наверное, давайте вот так вот сделаем. 2 там и 2 вот здесь. Вот. Соответственно, вот у нас этот самый, как бы, крестик, который по... Так, ну да, вот так вот, соответственно, сюда вот мы их поворачиваем. И отсюда я подниму провод, который будет их питать. Тут все равно между ногами ходить невозможно, поэтому как раз. И у нас образовалось те самые 8 блоков, которыми мы закрываем оставшуюся часть сердечника фузионки. Ну что ж, тадам. Осталось подвести коммуникации и собрать сам компьютер. И если с коммуникациями все более или менее понятно, в input хэтче нам нужно подавать, соответственно, дейтерий и третий. Из output хэтча нам нужно забирать все, что там не образуется, но там будет гелиевая плазма. Energy хэтч нам необходимо кормить электричеством. Все это дело уже подведено. И, в принципе, если я сейчас возьму ключик и соединю кабели, и МЕшка не будет глючить и инициализируется как нужно, то тогда мы увидим, да, вот они, три канала, как хэтчи начали благополучно, достаточно бодренько наполняться топливом, дейтерием и тритием. А здесь вот скорости передачи жидкостей у шин, разумеется, более чем достаточно, потому что потребляются они с там, а-ля там 4-6 миллибакетов за тик, или там даже 10 миллибакетов за тик, в общем, с какими-то смешными скоростями. А вот с компьютером, скажем так, все несколько более интересно. И интересно даже, пожалуй, настолько. Так, энергия у меня пока нормально копится, что... Ну, в общем, давайте смотреть. Итак, что нам необходимо? Ну, давайте, например, Fusion Coil. На нее мало того, что нужны всякие там Energy Flow Circuit и Field Генераторы, на которые нужны Osmi и Eye of Ender. Но это, в принципе, что-то подобное мы уже делали, то ли для сканера, то ли для репликатора. И сюда опять-таки нужен Superconducting Coil. Давайте закажем один. Я думаю, это не должно быть проблемой. Уж один-то. А, азота не хватает. Не проблема. Берем, значит, 10 капсул. Зачерпываем азота. И, пожалуйста. Кстати, да, я когда показывал, сколько понадобится этих койлов, я же не подсказал, сколько там еще азота нужно будет. Но, в общем, вот примерно по 10 капсул на каждый блок. Соответственно, 320 получается приблизительно. Так, ладно, это у нас сейчас произведется. Филд-генераторы всяко разные. Кажется, рецепты у меня есть. Да, и МВ, и ЛВ. Так, а здесь мне нужен филд-генератор ИВ. Ну да.
ну да, да, все правильно. МВ как раз нужны сюда, две штуки. Давайте их тоже закажем. Так, значит, филд-генератор, МВ, две штуки, пожалуйста. Что нужно? Все есть. Замечательно, поехали. Дальше. А, нет, МВ. Нет, все правильно, один, да, один сюда вот по центру. Вот, так, плутониевая пластинка, но это мы ручками раскатаем только. А, кстати, обращайте внимание, здесь плутоний нужен 241, а не 244. А 241 плутоний, сдается мне, мы можем получить только в очень небольших количествах при помощи какой-нибудь там центрифуги из плутония 244-го. И может быть даже мне нужны пыльки. Давайте посмотрим. Так, термальные, урвошер. Да-да-да-да-да, только нет такой руды, как плутоний 241. Так, так, вот. Из 244-го плутония мы получаем с 20% шансом в полукиловольтной, кстати говоря, центрифуге, не менее чем, с 20% шансом мы получаем 1/9 241-го плутония. Ну, мне их нужно всего в сумме 9 штук, одна пластина. Но так или иначе, эту центрифугу придется... где-то она у меня даже, кажется, валялась. Да, вот она. Полукиловольтная центрифуга есть. Я ей что-то там центрифужил уже, кажется, давно когда-то. В общем, нужно будет ее заново расчехлить и плутония 241-го повыделять. От 244-го у меня осталось. Да не, достаточно. Вполне достаточно. Кстати, нужно будет перемолоть, но все это в химзащите, потому что оно радиоактивно. И вот он, первый тини пайл оф 241-го плутония. Я решил поставить все-таки специально для этого сделать 2-киловольтную центрифугу. И еще такой момент, по запросу центрифуга вы ее в НЭИ не найдете. Центрифуги только лишь до полукиловольта, а все, что выше, называется сепаратор. Вот. Вот она. Ну, соответственно, моторчики соответствующего тира, машинхал, алюминиевые провода и микросхемы соответствующего тира. Потому что рецепт 80 секунд занимает, а мне бы не хотелось столько времени тратить на этот компонент. Ну что ж, химзащита с собой, перекладывать все только в ней. Я не уверен, что этого количества хватит. Я там поставил перемолоться что-то типа 48 плутония. Соответственно, какая-то часть из него уже готова, какая-то еще тут осталась. Не знаю, в общем, пока перемалывается. Давайте посмотрим или хотя бы закажем прочие компоненты. Значит, Energy Flow Circuit'ов мне тоже потребуется. Так, ну я же все равно рецепт буду на самом деле МЕшку учить его делать. Мне не нужно их сколько нужно. Мне нужно их сколько-то, чтобы они у меня в принципе были. Так, Energy. А, у меня один есть, то есть рецепт я выложить уже смогу. Хорошо. Так, Nether Star 1, Nether Star 2 и туда еще Nether Star 3. Ну, собственно, без Nether Star'ов фузионку нам не запустить никак. Но вот получением визор скелетонов, их точнее черепов, голов, необходимых для вызова визора, мы, пожалуй, займемся уже в другой раз. А пока что давайте ограничимся к 16-жильными осмиевыми проводами. Так, надеюсь, мне хватит осмия. Значит, мне нужны 4-жильный скрафт, пожалуйста. А потом 8-жильный и, наконец, 16-жильный. С этим более или менее. Ну и еще на Fusion Coil мне, ко всему прочему, потребуются иридиевые нейтронные отражатели. Еще один новый для нас компонент, который на самом деле имеет неплохое применение в ядерных реакторах, являясь нейтронным отражателем, неуничтожимым, судя по его тултипу, которого, собственно говоря, хватает навсегда.
для производства своего требует 8 толстых нейтроновых отражателей, каждый из которых крафтится из 4 обычных с добавлением бериллия. А тут, соответственно, много олова, угля, точнее, оловянной угольной пыли, меди. Ну и под конец, ко всему прочему, еще и иридиевая пластинка, куда же без нее. Вот этой штуке, этому кунг-фу МЕшку, пожалуй, еще предстоит научить. И все бы ничего, но, к сожалению, в последней версии разработчики Industrial Craft допустили неприятные, скажем так, неприятную невнимательность. Дело вот в чем. Нейтронный рефлектор крафтится, как и многие компоненты ядерного реактора сейчас, сразу же имея единичку повреждений. Видите? А вот в рецепте для производства следующего рефлектора стоят в типовом рецепте, стоят рефлекторы без этого самого повреждения. А получить рефлектор без повреждений нет никакой возможности. Соответственно, пришлось добавлять рецепт для производства толстого нейтронного рефлектора из рефлектора с повреждением. Вот, как видите. Далее, он сам получается без, точнее как, по типовому рецепту, видите, получается рефлектор с повреждением, с единичкой. А вот для производства иридиевого рефлектора нужен рефлектор без повреждений вообще. Вот, соответственно, сюда тоже пришлось добавить рецепт, чтобы он крафтился из вот этих. Из рефлектора с... Точнее как, в общем, короче говоря, не работало оно. Получался по рецепту рефлектор с повреждениями, а нужно было, чтобы крафтился из... В общем, пришлось добавлять. Но теперь вроде как... Теперь вроде как я уже совершенно спокойно могу заказать в МЕшке. И через какое-то время у меня этот самый отражатель появится. А пока это все происходит, давайте пойдем глянем, как там у нас дела с плутонием. Отлично у нас дела с плутонием. Он, в общем-то, произвелся даже чуть больше, чем нужно. Ну и не страшно, пригодится куда-нибудь потом на вторую фузионку, например. Так, значит... Это дело мы просто выкинем туда. Это дело мы объединим в нормальный даст. И, надеюсь, в обычной печке тебя можно прожарить. Да, можно. Замечательно. Это тоже пусть валяется там. Главное его как-нибудь не схватить случайно. Вот он, плутоний. Раскатываем тебя в пластину. И вот это, пожалуй, все подготовительные... Скажем так, шаги, которые можно сделать для крафта контроллера фузионки без, собственно говоря, Nether Star. Вот все остальное у нас уже есть. Либо МЕшка умеет крафтить, либо уже готово. Ну а Nether Star'ами и геноцидом визоров мы, пожалуй, займемся уже в следующий раз. А пока что на этом у меня, пожалуй, все. Хотя нет, не совсем. У меня почти полностью заполнилась батарейка. А соответственно, ну для того, чтобы было куда девать энергию, можно пойти включить линию по производству дейтерия трития, приподняв, например, лимит хранения этого дела с 2500, ну, например, до 3500, например. Или, может быть, даже до 4. Не знаю, давайте для начала 3,5 пусть будет. Нет, 4. Нет, все-таки 3,5. Ну, зачем 4? Так, 3500 ведер. Я надеюсь, все правильно. Значит, 3500 ведер. Вот так вот. Ну и берем софтхаммер. И нужно пробежаться, покликать. Тынк, 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 тырынк, тынк, тырынк, тынк, тырынк, 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 тырынк. Я, к сожалению, не представляю, есть ли какой-нибудь способ вот это вот как-то по-другому включать. То есть вот, чтобы всего этого делать не приходилось. Ну что ж, все благополучно заработало. Так... Кроме... А, ну, собственно, водорода там пока еще...
Че это я застрял на ровном месте? Водорода там, видимо, пока еще достаточно. Да, 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 вода еще даже не начала поступать, а вот теперь уже начала и бодренько заполняется. Кстати говоря, давайте сейчас посмотрим, убедимся, что водозабор работает. Отлично работает водозабор. Как видите, количество воды в танках вот этих не убывает. А значит, она производится и загружается в них со скоростью, превышающей скорость извлечения. Что здорово. Ну что ж, и, собственно говоря, тут тоже все процессы начали происходить. Дейтерий, водород. Ну и можно за этим всем понаблюдать вот отсюда. Бодренько прибывает тритий. Бодренько прибывает дейтерий. И также бодренько убывает электричество. Как видим. Вот. И вот на этой радостной ноте уже теперь точно все. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Задавайте вопросы, если кому чего интересно. Ну а заканчивать этот чудо-бублик мы будем уже в следующий раз. На этом точно все. Всего доброго и до новых встреч!